интернет-магазин Макшоп. Сегодня мы с вами рассмотрим рюкзак городской, звездное небо. Более детально посмотрим, какие элементы в нем присутствуют и какой материал. Ну, давайте к материалу. Материал фасада рюкзака, вот, можно посмотреть. Мне на ощупь это как плащевка. Приятная очень на ощупь и в то же время достаточно прочная. А сзади это уже холст, уплотненная спинка, ну и ручки также выполнены, в принципе, из холста. Они здесь тоже уплотнены и хорошо крепко прошиты. Здесь также. Дно тоже из такого же материала, холст черный. Материал на самом деле не линяет, очень приятный, как фасада, так и спину. Рюкзак достаточно вместительный и большой по габаритам. Сюда легко помещается ноутбук диагональ 15, ну и меньше. Вот. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри мы видим большой отдел. Сюда, если вы будете использовать рюкзак как школьный, поместится легко и свободно 5-6 книг. Что интересно, здесь есть еще другие отделы. Это под ноутбук и потайной карман, тоже достаточно большой, то есть на всю спину. Вот он здесь есть, на замочке. Еще также здесь есть небольшие маленькие карманчики на сеточке. Вот раз и два. Ну и подкладка черная. Все здесь спрятано. Приятно также дотрагиваться. Нет никаких ощущений, что это плохо или нехороший материал. На фасаде есть также карман передний. Стандартный для рюкзаков. Тоже достаточно вместительный, хорошие замки, хорошая фурнитура и также есть два боковых кармана. То есть здесь рюкзак вообще нафаршированный, можно раз, два, три кармана спереди, одно большое отделение, в котором также есть раз, два, три, четыре кармана и, естественно, самое большое отдел. Так, ну, чтобы быть не голословным, сейчас попробую засунуть ноутбук. Ирина, дай, пожалуйста, ноутбук. Вот. Видите, 15 диагональ. Сейчас мы его попробуем засунуть. Ну, все легко помещается, легко закрывается. И легко поднимается. Вот такой вот рюкзачок. Спасибо за внимание. Наличие и цену уточняйте на нашем сайте. И также подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.